Пустой тратой времени и сил назвал переговоры по Брекситу Жан-Клод Юнкер. Заявление главы Еврокомиссии, чьи полномочия истекают 31 октября, прозвучало в Страсбурге на заседании Европейского парламента. При этом Юнкер подчеркнул, что Евросоюз неустанно трудился над тем, чтобы выход Великобритании из ЕС состоялся в упорядоченном режиме. «Мне крайне обидно, что пришлось потратить так много времени моего мандата на Брексит. Я боролся за то, чтобы ЕС стал лучше. Лучше для граждан Евросоюза. Столько энергии и времени ушло впустую. Невозможно, просто невообразимо представить, чтобы Европарламент одобрил сделку, прежде чем ее ратифицирует Вестминстер. Сначала это должен сделать Лондон, а потом уже Брюссель и Страсбург». О сложной ситуации говорил в Страсбурге и председатель Евросовета Дональд Туск. По его словам, следующие шаги будут зависеть от того, как по сделке проголосует парламент Соединенного Королевства. «Мы должны быть готовы к любому сценарию, но одно должно быть ясно, и я сказал об этом британскому премьеру Борису Джонсону. Брексит без сделки никогда не будет нашим выбором». Джонсон настаивает на том, что страна должна покинуть ЕС 31 октября, со сделкой или без нее. Но из-за принятого парламентом закона глава кабинета был вынужден направить Евросовету письмо о новой отсрочке Брексита на 3 месяца.